Приветик, друзья! Пока мои орхидейки кушают, принимают ванну, расскажу историю, как и обещала, про вот эту орхидеечку. Это произошло летом, в августе. Этот фаленопсис собирался зацвести и выпустил веточку. Вот тут был цветонос. Но, как назло, угораздило с улицы залететь в муху. А у меня муж прикалывается, знаете, как бьет резиночкой мух. Вот так вот пимс, выпускает и хлопает. И вот эта муха угораздила сесть на цветонос. Муж по мухе попал. Но попал и по цветоносу, который просто как подкошенный срубился. Очень долго. Ну, как не очень долго, месяца три, наверное, так и стоял этот стрючочек простой, остаток веточки. И я думала, все, наверное, отсохнет и пропадет в этот раз мое цветение, любование орхидейками. Ну, нет, проснулась вот тут почечка и вырос новый цветонос веточка, но почему-то очень длинный вымахал. Кстати, разветвляется. Вот он. И зацвел. Ну, так вот, конечно, не как в августе, как она планировала орхидейка зацвести. А зацвела в декабре. Почти уже в конце декабря распускаться начали цветочки. Вот такая вот прелесть. А это другая орхидейка. Она стоит на том же окне, где вот эта гигантская. Ну, почему-то у этой коротенькие цветоносы. А это вымахало, наверное, больше, чем полметра. Вот так, в общем, если даже случайно обламывается веточка, не все потеряно, еще все зацветет. А вот этой орхидейки история другая. В прошлом году она распустила свой первый цветок 1 января и цвела полгода. Она росла, цветочки отцветали. Появлялись боковые веточки, и получается последний цветочек опал в конце мая. Получается полгода цветочек цвел. И я смотрю на ее планы у этой орхидейки. Она собирается зацвести тоже к Новому году. Ну, даже, наверное, и пораньше распустится. Вот такое вот зимнее цветение у нас, у наших орхидеек фаленопсиса. Сейчас они у меня пьют водичку. Они у меня стоят в горшочках. В горшочках муж паяльником, видите, проделал дырочки, через которые легко вода поступает и легко сливается. Где-то часик они купаются в растворе. Здесь обычное удобрение для цветов, растворимое. И щепоточка янтарной кислоты для цветочков. Вот так. Они попьют, вода стечет и снова пойдут к себе на окошко. А эту водичку я буду еще использовать, чтобы полить следующие, все остальные обычные цветочки, которые у меня дома есть. Так, друзья, вот такие вот истории моих орхидеек. Наверняка у каждой хозяюшки, у каждой девушки есть какая-нибудь интересная история, связанная с цветами. Конечно, они все были подарены. Вот это мне дарили на 8 марта, а вот это на день свадьбы подарили. Что ж, друзья, пока-пока. Приятных вам цветений. И с Новым годом наступающим! И снова здравствуйте, друзья! Дождалась я недельку, чтобы показать вам, как расцвели орхидейки. Вот так расцвела орхидейка, которая была обломана после охоты на мух. Вот такая вот крупные цветочки. Вообще красоточка!
Вот она, это вот веточка вторая, она еще наливает бутончики. А вот так цветет орхидейка, которая дала две ветви, два цветоноса. И вам скажу, цветочки гораздо мельче, чем когда в прошлом году зимой она цвела на одном цветоносе. Когда был один цветонос, орхидея выпускала цветки покрупнее. Эти вот гораздо мельче, наверное, раз, ну это так вблизи кажется, снимаю. А так раза в два мельче, чем вот эта вот орхидея, которая на одной ветви. Ну и по сравнению с прошлым годом, повторюсь, они мельче. Сейчас вот разверну другим боком. Вот вторая веточка. Вот так вот. Маленькие, маленькие цветочки. А так были гораздо крупнее. На фон не обращайте внимания. Орхидеи стоят у меня на окне на кухне. Может быть, тарелочки попадают в кадр. Потому что кухня — это самое долгопроводимое время мое в доме. Поэтому надо создавать хорошее настроение и приятную обстановку там, где дольше всего проводишь время. Вот так вот, друзья. Ну что ж, пока-пока. Посмотрим, как они будут цвести дальше.